Как быстро приготовить овощи и морепродукты по-тайски? Одна из удобнейших функций аэрогриля iCook – способность готовить разные блюда одновременно. Продемонстрируем ее, приготовив пряные лангустины и овощи. Лангустины 20 минут маринуем в остро-сладком соусе чили. Овощной смесью заполняем чашу А и выставляем режим овощи. Лангустины загружаем в чашу Б, устанавливаем 200 градусов на 10 минут. Чтобы оба блюда были готовы одновременно, нажимаем кнопку «Синхронный финиш», затем кнопку «Старт». Овощи начали готовиться. Время старта для лангустинов аэрогриль рассчитает самостоятельно. В готовые овощи добавляем арахис и соевый соус. Добро пожаловать на азиатское застолье!